Здравствуйте, дорогие друзья, и еще один прототип для наших друзей из Казахстана. Мы сделали для Международного финансового центра Астана. Это 200 тенге. У кого есть такая купюра, имеет возможность купюру надо перевернуть. Картинка. Посмотреть, какой прекрасный Казахстан. Познакомиться с его историей. Купюра в 200 тенге. Мобильное приложение Bank of Memory. И что вы сможете увидеть в реальном мире. В данный момент мы проводим подготовку 10 цифровых памятников для этого парка, для того, чтобы каждый, кто имеет цифровой гаджет, мобильный телефон или планшет, мог воспользоваться услугой Bank of Memories и более глубже погрузиться в историю парка, в то, как он создавался, какие моменты истории предшествовали тому, чтобы вы увидели эту красоту. Если ваше путешествие продолжается и метки нету с вами, вы все равно имеете возможность дальше смотреть этот маленький ролик. Сейчас мы ведем переговорный процесс с другими культурными историческими центрами по всему миру, и это чудо скоро будет возможно по всему миру, дорогие друзья. Это демонстрация одного из прототипов, который мы подготовили для парка Софиевка. Работа уже ведется. До свидания, дорогие друзья. До новых встреч. С вами был Андрей, проект Bank of Memory. Ставим лайки, подписываемся на наш канал.